Всем привет! Это канал Cool Film. У меня есть для вас еще одна история, которая может произойти в клевом мультфильме «Зверополис 2». Идею для этого ролика прислал ZPD Russia. Короче, погнали! А ты хочешь исследовать бесконечные просторы космоса на боевом звездолете? Тогда зарегистрируйся в бесплатной браузерной игре, которая называется Dark Orbit. Ссылка находится в описании. Джуди Хоббс работала над очень сложным делом. Ей было поручено провести расследование, которым наша крольчиха занималась несколько дней. Она настолько была увлечена процессом, что даже никак не могла встретиться с Ником Уайлдом. Через некоторое время морковка поняла, что зашла в тупик, и дело дальше не продвигалось. Тогда Джуди решилась попросить помощи у Ника. Она взяла две чашки кофе и зашла в кабинет своего рыжего друга. В это время ее пушистый напарник что-то искал в интернете. Заметив морковку, Ник начал быстро щелкать мышкой, а потом закрыл страничку звера Гугла. Он выглядел каким-то обеспокоенным и сильно напряженным. Джуди отдала чашку кофе своему рыжему другу и спросила, все ли у него хорошо. Ник ответил ей, что все нормально и беспокоиться нечего. Просто навалилось очень много работы. На следующий день Ник пришел в полицейский участок, и к нему сразу же подбежала Джуди. Она начала докапываться до своего друга. Морковка видела, что с ним что-то не так, и хотела помочь. Ник действительно был каким-то раздраженным. Он сказал: «Хоббс, у меня все нормально. Я же уже сказал». Потом он быстро ушел в свой кабинет и закрылся там. Джуди начала рыдать. Она не понимала, почему Ник стал таким противным. Потом к нашей морковке подошел Коктяузер и начал ее успокаивать. Он сказал, что, возможно, у Ника появились серьезные проблемы, и ему надо помочь. Тогда Джуди вспомнила, что вчера ее рыжий напарник что-то искал в интернете. Когда закончился рабочий день и Ник ушел домой, Джуди зашла в кабинет рыжего лиса и залезла в его компьютер. Морковка решила проверить историю поиска в браузере и нашла форум, на котором сидел Ник. Он там написал: «Что делать, если ты любишь свою девушку, а она тебя нет? И как ее забыть?» А еще морковка увидела на рабочем столе свою фотографию и сразу же все поняла. Она поняла, что Ник влюбился в нее и боялся ей в этом признаться. На самом деле Джуди тоже была влюблена в этого рыжего красавчика. Морковка собралась и быстро понеслась к нему домой. Добравшись до места, она увидела Ника. Он сидел на скамейке около дома и грустил. Тогда Джуди обняла его и сказала: «Я тоже тебя люблю, дурачок». Потом они долго и страстно целовались. На этом все. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, а за подписывайтесь на наш канал и ждите новых роликов. Всем пока!